Во Львове загорелась маршрутка. Это произошло на конечной остановке, когда все пассажиры вышли, и в салоне был только водитель. Он заметил, что из-под капота валит дым, но через пару минут произошло возгорание. Водитель воспользовался огнетушителем, но это не помогло. Пришлось вызывать пожарных. Через 8 минут микроавтобус полностью сгорел. Причины ЧП устанавливают в полиции.